Хочешь быть в курсе последних новостей туризма? Подписывайся на наш канал, и ты будешь всегда знать, что происходит в отелях, что нового, что изменилось. Этот канал для вас. Подписывайтесь на него. Николай Николаевич, спасибо вам большое, что пришли к нам в офис для видеоотзыва. Расскажите, пожалуйста, вообще, ну, в целом, об отеле, об отдыхе. Ну, в целом, в общем, я каждый год, последние годы каждый год езжу на отдых. И вот впервые обратился в Викинг Туристинг. Значит, отдыхал в этом году в Турции, в Алании, Арабелла отель. В общем, отдых мне очень понравился. Ну, самое главное, что ребенок решил свою давнишнюю мечту, он поймал рыбку. Мы на протяжении нескольких лет, там, последних 4 лет, все пытались поймать рыбку, и вот нам наконец-то удалось это. Ну, в общем, отдых мне очень понравился. Но самое сильное впечатление, вообще говоря, на меня произвело, это общение с работниками Викинг Туристинг. Потому что такой, я бы не боюсь даже этого слова, материнской заботы и сопровождения я, честно говоря, не встречал ни в одной фирме. А кому конкретно хотите выразить свою благодарность? Конкретно, непосредственно тому, кто сопровождал нашу поездку, это Лариса, большое ей спасибо. И счастье в личной жизни, в том числе всем работникам. Как, удачи. Да. Как в целом довольны работой нашей компании? В целом, да. Я говорю, что вообще говоря, такого отношения, теплого отношения к клиентам я, честно говоря, не встречал ни в одной фирме. Хотя постоянно езжу, честно говоря, не было ничего подобного, такого доброжелательного отношения. До этого у меня не было. В дальнейшем будете обращаться в нашу компанию? С удовольствием. Спасибо большое, Николай Николаевич, спасибо. Викинг Туристик. Отдых покупают на viking.by. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Лысинок Евгений. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.